С вами Гнутио Фуд, и сегодня я хочу приготовить такую шаурму, скажем так, на скорую руку, из того, что есть дома. Добавляю соус паприк, размазываем, дальше соус кетчуп, тоже это все размазываем, отлично, теперь я нарежу колбасу, колбаса салями обычная, но вообще называется пепперони. Вот так вот режем ее, сначала соломкой, затем измельчаем как можно мельче, посыпаем так, чтобы чувствовалось это супер пепперони. Теперь сверху сыр. Ну, поприятнее с сыром, конечно. Отлично. Сыр есть. Теперь сверху еще соус. Хорошо. Зелень. Помидор. Отлично. Посыпаю кунжутом. Перец. Соль. Такая приправка типа вегеты. Что у меня еще осталось? Макароны с яйцом и с курицей. Да, то что надо. Еще немножко соуса. Да. Заворачиваем нашу шаурму. О, вот это она сочная. Ах, очень классно. Отрезаем здесь вот пустое место такое, которое получилось. Его можно с удовольствием съесть. Отправляем шаурму в сковородку гриль. Немножко оливковым маслом, так оно придаст немножко такой пряный вкус. Думаю, что довольно-таки сочное. Так, посмотрим. Получилось. Довольно-таки выглядит аппетитно. Если вы голодные, то я вам сочувствую. Ну, в общем, я буду кушать. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь. Не просто посмотрите, а подпишитесь. Будет еще много чего интересного. Это только начало.